С завтрашнего дня за езду на летней резине будут штрафовать. Правильная обувь для авто – вопрос принципиальный. Следующие 3 месяца только на зимней. Так безопасней. Обязательные условия – шины должны быть обозначены маркировочным обозначением в виде снежинки, либо буквы М плюс С плюс остаточная глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Мы заблаговременно предупреждали неоднократно в средствах массовой информации. С завтрашнего дня, естественно, водители уже будут привлекаться к административной ответственности. Предупреждать не будут, сразу штраф 3 РУМЗП, это примерно 55 рублей. Ездить на зимней резине автомобилисты должны будут до 1 марта.